Вы успокойте, Мэтью, скажи, мы только тебя не трогаем, одни. Да, мы его не трогаем. Мы сначала проверили, что тебя нету, потом только туда приехали. Поиск в отеле Висаж. Ну, ой, да нам насрать. Кстати, у мента есть ХП? Ну, я имею в виду, эта броня есть у него? Ну, все тогда. А это отлично. Ну, тут просто уже снял бы ее, если побью бы, нет. Что если их на Децела посадить, а? Кто сказал? Да, нет такого правила. Это, нет, блядь, такого правила. Нам... Это Миллера, правило Миллера. Да-да-да. В 33. Пацаны, время осталось почти. Чуть-чуть. Пять минут, да. Они походу штурм готовят. Да, они, да, штурм, они штурм будут по-любому. У них нету, слышишь, у них этот ВРК почти нету народа. У них ВРК вот в одной комнате КСО 5 человек, среди них. После 5 минут, пацаны, мы их либо убиваем. Отчеты принимаем. Там написано же, пацаны, все я написал. Ты фрапсишь полный теракт, ведь? Нет, я обрезаю. Ну, в принципе, видно будет, C06 матч сделаешь, когда время закончится. Mm-hmm. Ну так, знаешь, 14, в 34, потому что Миллер... Мы хватаем всех, получается, сколько нас вообще человек, что у нас больше 15. Чтобы на меня по 2 вы не кидали. Вот. И далее, получается, жду. Ну, где-то, знаешь, вот через минуту я уже нужен. Сейчас, секунду, приду. Все, пацаны, по 3 минуты осталось. Тут. Че там? Сэм-Марин полетел. Че, где? Наверное, какой туалет? Какой Лёха Фрай? Заболотный. Они штурм, походу, готовят. Штурм! О, зашли! Сливать, заложник. О, меня с АИМом, меня слышишь, меня с ПРОИМом сливают. На второй забежали, на третий, точнее, забежали этаж. На третьем этаже уже, пацаны. Слил. Минус дал.